Всем привет, ребята! Сегодня мы поиграем во вторую часть веселой и интересной игры под названием «Луч света». Да. Мы уже где-то неизвестно где, где-то в зиме. На горах. Где-то в горах, да, ты думаешь? Играем. Где-то на снежной горе. Бежим. Сейчас будет, наверное, еще сложнее. Да. Я первую-то часть прошел кое-как, а вторую-то еще сложнее, наверное, будет мне проходить. Нет, первую часть легко. Уже, кстати, чекпоинт какой-то был, да? С которого мы начали. Так, это уже радует, что был хотя бы чекпоинт. Вот так вот. Все. Все пока идет хорошо, все идет по плану. Вот третий чекпоинт. Я понял. Костер это чекпоинт. Да. Так. Все здорово. Все здорово. Вот, смотри, у тебя много монет. Еще один чекпоинт, я зажег костер. Вот. Так. Все супер. Вот здесь я, кстати, проиграл. Опаньки, опаньки. Еще один чекпоинт. Посмотрим. Так. Посмотрим, сколько раз мы уничтожились. Так. Так. Получилось! У меня получилось! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, чекпоинт, мы зажгли следующий чекпоинт, все здорово. Так, здесь я два раза подпрыгнул, здесь что? Просто тупо падаю, здесь подпрыгиваю. Еще раз беру луч света, еще один луч света беру. Надо внимательно смотреть по монеткам, это как подсказки, надо подпрыгивать или не надо подпрыгивать. Я это уже понял. Вау, эти домофоны, они просто одолевают. Ну где же чекпоинт, ребята? Где же чекпоинт? Следующий. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Здесь надо вниз и подпрыгнуть. Пока идет. Да, мы дошли до следующего чекпоинта. Я придумал, как я их назову. Как? Ногти. Злые дни они. Я пропустил один луч света. Я пропустил. Ты представляешь себе? Это ногти. Так. Я их ногти назову. Так. Вау, вот это сложно. Прошли, да. У нас следующий чекпоинт. Я подумала, как это будет. Да, все пока здорово идет. Заусенка. Заусенка. Она так же мешает. Ну да, все здорово. Фу, ребята, мне так страшно. Я прошел еще один чекпоинт. Угу. Ну что, давайте побеждать. Осталось немножко. Модик. Так. Все круто, пока идет все по плану. Да, мы дошли до следующей контрольной точки. Что, считай их сама. Сколько их и когда они нас ловят, и почему, и зачем, и за что вообще. 4, 5, 6. Так, все, здесь мы прошли. 7, так, 8. Все здорово. Да, неужели я дошел до следующей контрольной точки? Ох, как пока идет все напряженно. Какая напряженная 9, игра, нет? 10, 11, нет, 12. Не ловите меня. Следующая контрольная точка, все здорово. У нас осталось 3 контрольные точки. 13. Алиса, у нас осталось 14, 3 контрольные точки. 16, 14, воу, сколько их? Ох, нет, ребята, нет. Я невкусный, ребята, поверьте мне, я невкусный. Осталось 2 контрольные точки. Я не могу их сосчитать. А ты считаешь плохо, наверное. Воу. Так. 3, 2, 3, давайте, ребятки, не 4, мешайте мне дойти 5, до контрольной точки. Она уже где-то рядом. Где-то 6, рядом. 7, 8, 9, я 10, чувствую, 10. Что эта контрольная точка где-то рядом. Ну что, где она? Во, неужели мы дошли? Да, доченька? Так. Фу-фу-фу, как я нервничаю, ребята. Вы просто не представляете себе, как же мне страшно. Вау, да, мы прошли. Мы прошли! Да, мы прошли, мы сделали это. Все здорово. Level complete. 15 смертей. 98 светильничков мы собрали и 540 монет. Мы можем уже купить ведьму? Да, мы можем поменять скин. Да, давай. Скин. Алиса хочет поменять скин на ведьму. Да. На девочку-ведьму. Угу. Это как Хэллоуин прямо какой-то у нас. Ну я Хэллоуин так и хотела.
Ведьма. Смотри, она, кстати, летает. Нет. Вау, смотри, какие здесь домофоны-то. Или как ты их называешь? Заусенки или как? Заусенки. Как ты их называешь? Заусенки. Я погиб. Ребята, я их назвала заусенки, потому что они такие же назойливые, как заусенки. Вот уровни уже все сложнее и сложнее. Вот прям прыгаешь, прям как по миллиметру прыгаешь. Вот, все пока хорошо. Это какая у нас вторая? Третья уже контрольная точка? Нет. Ну, неплохо. Нет, третья. Ну как так? Я же прыгнул нормально. Четвертая. Мы снова взяли дополнительные жизни с Лисюшкой, потому что я опять проиграл. Да. На самом деле игра-то такая, она как бы, ну, не самая такая легкая, да? Либо у меня просто... Так, надо быть здесь готовыми ко всему. Да. Ну вот, здесь я прошел, но я не забрал луч света, я не взял. Ну ладно, зато остался я в живых, хотя бы целый остался. Так... Так, да вообще темнотища, я не знаю. Вот, зажег я контрольную точку. Потому что я лучи света не собираю, из-за этого темно, понимаешь? Я их пропускаю из-за этого. Вот, все получилось. И не видно же ничего. Вот я даже не представляю себе, что делать, как делать, где подпрыгивать, где не подпрыгивать. И уже наугад уже, понимаешь, как ты играешь. Ну вот, нам открылся свет теперь. Прохождение этой части. Я перепрыгнул, да. Я уже думаю, что... Вот, все здорово, все пока идет хорошо. Я думаю, то, что у нас уже... Чекпоинт. Да, я думаю, то, что у нас уже какой-то 10-й раз. Фу, вот это было Поверили. Страшно. Посмотри, он меня преследует. Да. Ну, хватит меня преследовать, не надо. Мне и так страшно, я уже миллион раз прохожу эту игру. Смотри, вот этот преследователь. Так, все, я уже здесь запомнил, что надо делать. Я запомнил. Так, все хорошо. Летук. Где чекпоинт? Где чекпоинт? Мне нужен. Вот он. Ой. Все здорово. Так. Да, получилось! Получилось, неужели? Давай чекпоинт, я не могу. Все. Попытка 325. Я снова буду здесь играть. Это уже сотая попытка. Получилось, но только я пропустил один свет. Я не собрал один шарик света. Уровень или нет? Ребята, это алмазы. Внизу. Как так-то? Как все это происходит, скажите мне, почему я не контролирую это все? Иди. Я пропустил свет сейчас. А, ну вот, упал я просто, да? Чекпоинт есть, ура! У нас осталось 4 контрольные точки. Все, пока идет хорошо. Просто падаем. Еще раз. Здесь подпрыгнуть надо, все понятно. Видишь, это массы. Чекпоинт, круто! Да. Три точки. Я надеюсь, мы пройдем, доченька. Да. Алмазы, блин. О, да, да, 2 точки. Ребята, у нас осталось 2 точки. Я уже перестал комментировать игру, потому что это так напряженно. Вы себе не представляете. Это просто жесть. Просто дух захватывает эта игра, ребята. Обязательно скачайте и поиграйте. Прикольная игра. Тебе, кстати, нравится, нет? Не, мне нравится. Особенно мне нравится, что здесь очень много скинов. Гоним дальше. У нас остался один, доченька. Один чекпоинт. Да. Так, все пока идет хорошо. Давай. Все получилось. Давай. Да, да, все получилось. Здорово, ребята. Да. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Удачки, ребятки. Удачки, ребятки.